стоял. Вот это момент. Скидка. И Рид бросается под мяч. Аккуратно. Удар. Гол. Все-таки дожали. Седьмой гол Тео Волкота в этом Кубке Англии. Очень важный мяч для Арсенала. И тут не дотерпели ребята из Линкольн-Сити. Ну, сдержанная радость. Понятно, что... Сами собой это недовольны. Приступ по дистанции 45. Ага, мяч под ней. Отдает Беллерину. Катит. Ох ты, здорово. Ой, как красиво и как это изящно. Если бы это было против Ливерпуля, мы бы сказали 5 баллов. А так это только против Линкольн-Сити. Но все равно красиво. 2-0. Арсенал раскатывает соперника. Надышаться. Конечно, уже поднаелись оборонительных действий футболисты Линкольн-Сити. Ух ты, ну там уже совсем, конечно, совсем уже все плохо. Срезка в собственные ворота. Но когда тебя вот так вот в... укатывают практически в вратарскую. Кубок Лиги выиграл Манчестер Юнайтед совсем недавно. Алексис Санчес как хитро остался с мячом и забил потрясающий гол. Но как проскочил мимо него футболист Линкольна. Конечно, это подарок. Но исполнение удара все равно было выдающимся. Но для него важно было забить. Да, Вуд обещал. Да и не сдержал обещание все-таки в концовке этой встречи. Продолжится Санчес. Санчес. Удар поворотом. Дальняя штанга. Надо забивать. Офсайд есть или нет? Такие, как назвать эти мячи? Уже заносы такие, да, регбийные получаются у Арсенала.